Всем привет! Сегодня среда, и как обычно у нас вышло очередное дополнение. И начал замечать, что уже как-то жду эти дополнения, жду, чтобы посмотреть там хотя бы что-то обновилось, что-то новое пришло. И посмотрим, что здесь есть, потому что вот это обновление, на мой взгляд, тоже лучше, чем обновление на годовщину. Во-первых, добавились новые режимы. Во-вторых, тут у нас добавились... Можем получить награду за испытание логова. Тут у нас кузнечные камешки, что прям очень хорошо. Случайную надпись, лупы и вот такие обломки кошмара, чтобы ходить на двор ужаса. Также за открытие Пандор мы тоже получим ништячки. Также камни кузнечные наконец-то, потому что их стало довольно напряжно доставать. Также медальки славы, ну это уже так. Ну и остальное у нас на алмазике особо не интересует. Добавились у нас режимчики, наконец-то доступен двор ужаса. Даже, кстати, можно что-то взять. А, ну правильно, когда он был открыт, я же ходил немножко, даже делал обзор. Потом, вот только я сделал обзор, на следующий день его сразу же закрыли. В общем, так немножко неудобно получилось. Открыли нам новый инстанс, древний красный дракон. Ох ты, ни хрена себе, какой приколюшный. Угу, рекомендуемый БМ 6 миллионов. Ладно, по нему будет у нас отдельное видео. Ну и обновили Пандоры, обновили у нас... Кстати, спрайтика заберу. Жду я, кстати, на спрайтов. У меня там уже накопились яички, но это сейчас не суть. Сейчас заходим на рынок, в потребляемое, и будем скупать пандорочки. Хочу больше, хочу много пандорок. Прям очень много хочу я открыть. Будет много пандор. Давно этого не было, давно я их не открывал, и будет открыто 193 штучки. Надеюсь, больше. Ну чё, погнали. Некоторые спрашивают, типа, откуда так много демонеток. С прошлого ивента я тоже вкладывался в Пандорки, скупил их, повыбивал крылья, метки и всех их продал. Опа! Опа! Опа, 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 выпала нам машинка. А это значит что? Это значит, мы ее с вами продадим. Можно обменять в магазине богов на деяние класса L. Угу, интересно. Потом глянем, как видите, удача и я... Удача у меня зеленая. То есть самая стрёмная, можно так сказать. То есть я сейчас вот не заморачиваюсь по этому поводу. То есть там фиолетовый, не фиолетовый, как видите, падает спокойно и отсюда все. Угу. Так, нам нужно 26 штук. Втутик нам нужно, 26 втутик. А на новый дракон, на нового дракона будет обзор попозже, потому что сейчас я, наверное, поеду в магазин менять телефон с Ми 6 на другой. Ну, в принципе, больше нам ничего особого не упало. Так... Альпаку. Альпаку мы заберем себе. Ладно уж, что уж там. Сердце вселенной. Охота посмотреть, где они меняются. Не здесь. Не здесь. Не, может, где-нибудь внизу. Это все у нас хвосты, хвосты, хвосты. Как-то странно, да? Сердце вселенной есть, а обменять не на что.
Так, что у нас по закрытию ивентика, по пандоркам? Поднимаем, 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 поднимаем. Остается нам завтра я куплю еще пандорки. Это обязательно. Кстати, вот же еще пандорки. Какая красота. Так, камни экипировки. И экипировки гербов тоже очень хорошо. Ну, пак нового короля у меня есть уже постоянный. Поэтому мне не суть. То есть не приоритет мне это. Ну, давайте еще пандорки откроем. Ну, ладно. Кстати, розочки, которые копятся у вас, не дарите их по одной. Лучше ждите, пока будет ивент на розы, чтобы там хоть что-то дропнуть. Идем на рынок. Не на рынок. Идем на биржу. Угу, уже продается, продается. Раскат грома, красные качели. Так, 11 тысяч продают качели. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, дорого же это. Я тоже хочу что-нибудь продать. Складной стул мы уберем. 10. Ну, за 11 тысяч я пока выставлю. Темную колесницу продастся, не продастся. Потом, если что, я... цену собью. И печать синий. Не, ну дорого. По дешевке я как бы. Поэтому, наверное, меня не продается. Потому что я как бы дорого никогда не продаю. Вообще ставлю всегда по минималочке. Потому что, ну, всех денег не заработаешь. Людям тоже пускай приятно. Чем она там будет висеть хрен знает сколько. Лучше у меня быстро продастся. В общем, вот как-то так. Не посмотрел, сколько у меня камешек. Есть ли у меня еще что-то. Есть ли у меня возможность сейчас что-нибудь проковать, потому что ковка сейчас стала прям есть. Так, урон силы не подвергался, не подвергался. Опачки, как так не подвергался? АЗ, не надо, АЗ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, не падает ничего. Вот. Дропнул я силу, это хорошо. А на это мне уже не хватает. А, и только если... Ну, попробуем урон рокового удара сменить на... На ничего не поменялось. В общем, какое-то такое обновление. Еще говорю, добавились два режима. Двор ужаса и древний красный дракон. Двор ужаса у меня уже как бы гайд был. Ссылочки на него оставлю в описании. Ссылочка на игру будет в описании. Ссылочка на инстаграм будет в описании. Не забывайте жмякать на ссаный колокольчик. Писать комментарии. Буду обязательно их всех ждать, читать. По возможности на все отвечать. И до встречи.